Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с очень редкими настольными часами, выполненными в виде карманных. Часы огромного размера, 140 мм в диаметре. В часовом мире эти часы получили прозвище Голиаф. Что такое Голиаф или кто такой Голиаф? Давайте разберемся. Википедия говорит нам, что был такой воин, это библейский персонаж, огромного роста, а точнее его рост составлял 2 метра 77 сантиметров. Вот, поэтому и получили они такое прозвище. Вот для сравнения, обычные карманные часы среднего стандартного размера 50 миллиметров. Можете сами убедиться, насколько они огромные. Часы фирмы Генри Мозер я встречал подобные часы у Павла Буре. Омега такие выпускала, тоже огромные часы. Часы с эмалевым циферблатом. И это составляет очень большой процент редкости этих часов. Потому как иногда попадаются такие часы, но с поломанными циферблатами. Циферблат очень огромный, его очень трудно не сломать. Часы в мельхиоровом корпусе. Вот я уже открыл. Сейчас покажу вам механизм. Механизм здесь, вот видите, он большой, но по сравнению с размером часов он кажется маленьким. Механизм с 8-дневным заводом. У Омеги этот же самый калибр был подписан маркой Омега. И в одном из каталогов старом марки Омега я нашел этот калибр. Он у них описан. Считаю, что все-таки производитель этого калибра фирма Омега. Но это, конечно, не точно, так как Омега часто использовала механизмы других производителей, но, к сожалению, другой информации я не нашел по этому калибру механизма. Часы, как я уже сказал, с 8-дневным заводом. Вот на циферблате есть надпись 8 дней. Почему они настольные, как я сказал? Они шли от производителя в больших футлярах деревянных, обтянутой кожей, внутри бархат. Ну и, естественно, устанавливались на столе. Была такая откидная пластина. Сейчас покажу, у меня есть похожие, но небольшого размера. Вот приблизительно вот в таком они были футляре, естественно, в большом. Это у меня небольшой футляр с бархатом внутри. Вот так вот они укладывались в этот футляр и устанавливались на столе. Вот такая откидная пластина сзади была, и соответственно ставились на столе. Поэтому эти часы нельзя назвать карманными. Кто-то по ошибке их называет ковровыми. Но, ребята, давайте разберемся. Ковровые часы — это часы с рисунком на корпусе. С рисунком очень насыщенным, так называемым ковровым рисунком. То есть витиеватый, с большими узорами и так далее.
Поэтому ни на какой ковер они не вешались, как некоторые бывают рассказывают, что ковровые, значит, вешались на ковер. Чушь это все. Ковровыми часы называются те, у которых есть очень насыщенный рисунок на корпусе, либо весь корпус резной и с рисунком литым, рельефным. Вот эти часы именно называются ковровыми из-за рисунка. А часы лысые, вот, часто их ошибочно называют ковровыми, то есть из-за размера. Это ошибка. Они никакого отношения к ковровым часам не имеют. Вот такие вот часики хотел вам показать, познакомить вас с такой моделью огромных часов по прозвищу Голиаф. Ну, в общем-то и все. Задавайте вопросы, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание.